Всем доброе утро. У нас 8 утра. На улице холодно, а с собакой гулять надо. Девчонки, всем огромное спасибо, кто переживал. Говорил: Надя, пересмотрите или скажите вашей там подружке, чтобы она пересмотрела свои документы. Написано Бельдиби, это нехорошо. Значит, наверное, что-то идет не так, и скорее всего то, что там у вас будут разные отели и так далее. Бельдиби — это поселок в Кемере, и Гюнюк тоже поселок в Кемере. А мы едем в Гюнюк. Девчонки, я же в том видео сказала, она потом сделала скриншот самого ваучера от отеля, и там все стоит, и название отеля, и наш поселок Гюнюк. Поэтому все в порядке, не переживайте. Летим. Ой, что-то запыхалось. Летим в один и тот же отель. Все как было запланировано изначально. Так что все хорошо. Мы, естественно, отчитаемся, как я уже писала, да, и устно, и письменно, и видео. Я ее обязательно встречу. Мы первый прилетаем, а потом прилетает она на следующий день. И поэтому, как она прилетит, я все-все покажу. А мы сейчас с Сонькой прогуляемся. Я прихожу домой, собираюсь, одеваюсь. И мы едем смотреть очередной дом. Я уже в каком-то видео говорила, да, что скоро поедем. Вот. Этот день настал, сегодня едем смотреть. Посмотрим, что у нас получится. Я вам говорила, да, что мы там будем одни, ну как и я, Рома, Марсель и... О, Господи, туда-сюда бегать не может никак себе место найти. И хозяин этого дома, и все. Поэтому спокойно посмотрим. Вещей там от последних жильцов нет, они уже выехали. Поэтому я думаю, если будет возможность, может там мужики на улицу выйдут, а я не все, конечно, нет, это у меня времени там столько нет, но может быть кухню попробую заснять. Кухня там есть, ей 4 года, и она в доме остается. Все, Соня, у меня уже нет желания идти дальше. Туда-сюда бегает. Девчонки, у меня время еще есть чуть-чуть. Я сейчас заеду в Глобус, куплю мясо и чуть-чуть закуплюсь. Наверное, еще съезжу в Вальде. Да. Ну, а потом... А потом собираться и на дом. Блин, у нас здесь выезд. Каждый раз выезжаешь, и я сыкую чуть-чуть. Потому что в такую погоду зеркала, которые вот специально для того, чтобы видеть машины слева-справа, оно запотевшее и не видно. Даже когда бывают фары у машины включенные, фиг машину увидишь. Вот. Так что, девчонки, сейчас еду закупаться. Быстро-быстро-быстро сейчас все сделаю. Хочу плов. Мясо нужно мне для плова. Морковка у нас есть, рис у нас есть. А вот мяса нет. Поэтому сейчас купим мясо. Обязательно потом закупку покажу. Не знаю, перед домом или после домом, не знаю. Но закупку покажу вам. Не стала я заезжать в Альде, все купила в Глобусе. Это вот первая сумка, сейчас покажу еще вторую. В общем, мясо 6,64. И это 6,15. И вот такие вот еще ополаскиватели, чтобы вещи были мягкие, да. Взяла 4 штуки. Потом у меня вот такая вот есть пейбэк-карта. Здесь можно пункты собирать и потом или заправиться там бесплатно, если у вас уже достаточно пунктов, или закупиться. Я, например, всегда закупаюсь в Глобусе, потом ну, делаю большую одну закупку, и получается мне бесплатно. А это попросил Марсель. Говорит, возьми мне тоже, я, говорит, заправляюсь чуть ли не 4 раза в месяц, поэтому мне, говорит, будет очень выгодно, потому что на Арале пейбек работает.
Говорит, мне, говорит, будет выгодно, я буду, ну, несколько раз там в год как бы бесплатно заправляться. Я говорю, почему нет, конечно. В общем, вот это вот все, 5 банок, 2 упаковки мяса, мне обошлось, девчонки, в 20 ойра 29. Потом, ну как, у меня как будто как свишен сумма была, как касса, как посчитала эту только закупку, а потом следующую закупку посчитала. Закупка, если честно, она такая небольшая, девчонки. Я купила вот йогурт со смородины, да, смородина. Купила первый раз. Буду вообще есть йогурт именно с вкусом смородины. Здесь груша. Очень люблю с вишни. Здесь что у нас? Персик маракуйя. Здесь просто персик. Так, это для Ромы киви. Потом взяла майонез такой рамелада. Здесь брецели. Еще с киви. Это Марселю. Да, это его йогурт. Вот такой вот айс взяла уже. Ой-ой-ой. Слышали? Поезд проехал. Новогодний вот такой вот мороженое. Так, ну и, конечно, а где у меня еще йогурт для Ромы? А, вот же еще, да. Так, и потом вот такой вот батон с изюмом. Очень его люблю. И были еще, девчонки, у нас можно было брать рабочим вот такие вот мыльные пузыри. Я взяла для племянника, не знаю, будет он делать такие, не будет пузыри делать, я взяла. Вот еще такая палка была, чтобы дуть можно. Сюда, по-моему, водой заливаешь. Здесь уже такая мыльная водичка внутри чуть-чуть. И заливаешь, видать, из-под крана воду. Все. Перемешиваешь и как-то, в общем, это все делаешь. Ну, в общем, дети разберутся. Дети у нас грамотные сейчас разберутся. В общем, вот такая вот закупка. И она мне обошлась 18,30. Вот это было, я повторюсь, что бесплатно для рабочих. Я взяла 2 штуки. Смотрю сейчас в окошко, а вид просто обалденный. Такое ощущение, как будто мы где-то в Альпах живем. А это всего лишь тучи. Но выглядит просто потрясающе. Вид просто, просто бомбический сегодня. Покажу только быстренько, потому что они курить выходят. Мы, в принципе, уже дом посмотрели, нам все понравилось. Вот кухня, это здесь остается, я быстренько, девчонки. Но что я хочу сказать, вот эти вот ящички очень маленькие, очень-очень. Ой, тут вода еще. Ох, япона мать. Вот, вот такой, в общем, тут холодильник. Так, в принципе, неплохой. Так он закрывается. Все беленько, все чистенько. Ну, конечно, надо все мыть, все понятно. Здесь вот полочки. Здесь кран. Ой, здесь... Ну это все надо мыть, да, девчонки? Все надо мыть. Вот. Как-то так. Чуть-чуть показала, совсем чуть-чуть. Пришла сегодня моя швабра. Смотрите, какая она длинная. Я думала, она будет в разобранном виде, а оказывается, она цельная идет. Раскрываем. А, и йогурт, он был голубика. И смородина. А написано только голубика. Ну правильно, это же по-русски голубика. Я вообще всегда раньше говорила черная ягода или синяя ягода. А что ж ты не раскрываешься, зараза такая? Так. Ой, я уже ее вижу. Я ее вижу. А где? А где тряпка? Подождите. А вот она и тряпка. Так, сейчас мы это тоже отрежем. Все. Вот такая вот штука, вот такая тряпка. Я довольна. Вот на нее вот так надо наступать я буду. И она будет раскладываться. Правильно? Я так понимаю? Да. Я ее не поломала? Нет. Вот, а вот это мы сейчас как-то сделаем сюда, да?
А как я это сделаю? Нет. Так, секунду. Чтобы засунуть вот эту вот швабру, саму эту палку, нужно открутить этот болтик. Кто помнит вот такой мой чемоданчик? Это не зря я его себе покупала. А то бы мне сейчас пришлось бы идти в гараж, в Роман, искать всякие вот эти вот штучки, и чтобы раскручивать. Так, а теперь же нужно найти вот такую, здесь столько вот этих вот штуков много. Ну, тыкалок, да, куда вот сюда вот так, чем откручивать. Это же надо теперь найти какой. А я прям там знаю какой. И какой. Как-то Ромка он раз посмотрел и берет прям сразу тот, который нужный. А я не знаю, как так делать. А, все. И я нашла. Все. Смотрите. Ой, ну тыкайся. Не, видать, не та. А, или та. Ну, наверное, есть еще другая, которая лучше. Но это тоже вроде бы пойдет. Ладно, фиг с тобой. Вот, правильно? Вот сейчас мы еще раз ее выкрутим. Нет, я-то ее закрутила. Теперь выкручиваю. Так, и всовываем палочку. Сейчас она должна войти прям хорошо. Во. Вот. И теперь, наверное, закручиваем, да? Ну, наверное. Все закручиваем. Вообще красота, девочки. Я еще и не пользовалась, да? Потом мы ее с вами обязательно проверим. Все. И вот он, этот, девчонки, вот эта вот баночка, про которую я вам говорила. Кто-то мне писал, у меня тоже такая же. Я, может быть, я ничего не говорю. Но есть такие швабры, две штуки. Вот так она выглядит. Они похожи. Но есть вот у другой швабры банка, она больше, она длиннее. И она стоит почему-то дешевле. Вот это стоит 40, по-моему, 47 или 48 евро, по-моему, вот это. В чем разница, не знаю. Я просто эту увидела первую, и я ее заказала. Вернее, я ее сделала, в корзину занесла. Потом решила посмотреть у нас в глобусе. Но у нас в глобусе были другие, которые дешевые. Но я уже захотела эту, поэтому домой пришла. И, естественно, сразу заказала. Все, смотрите, и вот так вот я буду ей это пуцать. Вот так вот сюда вот нажимаешь, и здесь вода вот с этой вот пиписьки, она будет вот так разбрызгиваться, и я буду протирать пол. Ну, шикарно же, правда? Мы с вами обязательно ее проверим, но чуть-чуть позже, девчонки. А швабра, я очень довольна. Я уже на работе. Заехала домой, еще быстренько переоделась. Взяла, что-то мне сегодня на шоколад. Взяла вот такой вот йогурт, ваниль-шоколад. И вот такие вот пингви. Две штуки, девчонки. Вот такое вот у меня желание. В общем, дом нам понравился. Хороший. Там, в принципе, ничего делать в нем не нужно. Кухню я вам чуть-чуть показала. Снимала очень быстро, потому что мне казалось, что то ли дверь открывается, то ли они заходят, то ли уже покурили. Поэтому, как показала, так показала. Но дом нам понравился. Теперь вот только осталось ждать, что решит хозяин. А так, конечно, дом отличный.